Всем привет и всех с новым 2023 годом. Надеемся, он будет куда лучше, чем этот безумный во всех смыслах 2022. Пора подводить футбольные итоги, и по традиции мы соберем команду лучших и худших игроков за календарный год. Начнем с тех, кем мы восхищались. Я представлю вам основу, а Саша предложит список не менее достойных запасных. Вот критерии, которые мы учитывали при нашем выборе. Количество игр, стабильность по ходу всего сезона, выступление за клуб и сборную, конечно же, статистику, ну и яркие голы, матчи или моменты с участием футболистов. А еще, помимо нашего стандартного голосования за лучшего игрока и тренера года, мы в этот раз решили организовать премию «Мяч Продакшн». В конце представим вам кандидатов в 10 необычных номинациях. Уверен, вам понравится. Не терпится перейти к премии, но сначала откроем основную команду. Васант это сделает, а вы, надеюсь, будете оспаривать нашу Dream Team в комментариях. Поехали? Поехали. Итак, в воротах у нас точно сыграет Тибо Куртуа. Официально лучший вратарь мира, победитель Ла Лиги и Лиги Чемпионов, где его тоже признавали голкипером номер один. Все мы помним рекордный 9 сейвов бельгийца в финале с Ливерпулем, особенно вот этот ключевой после удара Салаха. И это был далеко не единственный матч в году, где Тибо в одиночку оставлял Реал в игре, а партнеры потом добивали соперника. И даже на провальном для Бельгии чемпионате мира он вошел в число лучших киперов турнира. Спасал команду с Канадой в первом туре и с Хорватией тоже сыграл на ноль. Реализуя в той встрече Лукаку хотя бы один момент, бельгийцы могли в плей-офф пошуметь с таким-то вратарем. В защите сыграем тройку. Налево поставим Тео Эрнандеса, по мнению многих экспертов, одного из лучших атакующих защитников в мире, что и подтверждает все возможные статистические показатели и графики. Тео помог Милану сначала стать чемпионом, в том числе и забив один из лучших голов этого года после суперпрохода, а потом впервые за долгое время выйти в плей-офф Лиги Чемпионов. А еще отлично вписался в сборную финалиста чемпионата мира и вошел в символическую команду турнира. Да, он иногда увлекается и чудит в обороне, но все это компенсируется крутой игрой в атаке. Его тандемы с Лиао в клубе и с Мбаппе в сборной принесли очень много пользы командам в этом году. Справа разместим Жуао Канселу, которого я вообще назвал бы лучшим крайним защитником в мире прямо сейчас, учитывая, что он показывает класс на обоих флангах, и что в этом году он наряду с Де Брюйне стал чуть ли не главной созидательной силой в мощнейшем Ман-Сити. Вдумайтесь, защитник Канселу является одним из лучших игроков мира по части продвижения атак. Португалец был очень хорош в топ-матчах с Челси и Ливерпулем в начале года, круто выступал за сборную в Лиге Нации и на чемпионат мира ехал в ранге мега-звезды. Вот только жаль, что странный футбол Сандоша помешал Жуао проявить себя в Катаре как следует. Центральный защитник у нас будет один, и это место мы решили доверить Вильяму Салиба. На наш взгляд, этот парень провел самый стабильный год на высочайшем уровне. Сначала помог Марселю забраться в Лигу Чемпионов в тяжелейшей гонке и попал в сборную Лиги 1, плюс стал лучшим молодым игроком сезона. А потом вернулся в Арсенал и там сходу стал лидером обороны и помог канонирам уйти на перерыв перед чемпионатом мира лидерами с 5-очковым отрывом от Ман-Сити. И для меня просто шок, что Дешам не сделал на него ставку на Мундиаль. Но в любом случае, в 2022 мы с вами увидели зарождение лучшего защитника мира. Ну, одного из уж точно. В полузащите начнем с опорной зоны, куда я не могу не взять Орельена Чуамини. В первой половине года он был залогом успешной игры Монако, занявшего третье место в таблице, и попал в команду сезона в Лиге 1, поразив весь мир тем, что на поле он крут во всем, от отборов и игры на втором этаже до дриблинга и умения протащить мяч вперед. Летом за него бились два финалиста Лиги Чемпионов, и в итоге выиграл Реал, заплатив огромные деньги. Уже сейчас можно говорить, что трансфер оказался успешным, ведь Орельен сходу блестяще заменил Каземира. А в ноябре он снова успокоил болельщиков, только уже сборной Франции, переживавших из-за потери Канте и Погба. Чуамини взял на себя функционал, успешно действовав в обороне и помогая атаке. Его гол англичанам в 1-4 стал одним из лучших на турнире. Рядом с ним расположится Кевин Де Брюйне, который в начале года превратился в бомбардира, наколотив с января по май 13 голов. А в этом сезоне с приходом Холланда вернулся к старым функциям и вновь стал раздавать ассисты. Их у бельгийца уже набралось 15 штук в первых 20 матчах. Даже провал его сборной на Мундиале не испортил общего впечатления от игры Кевина. Ведь помимо этого на протяжении года были перформансы типа дубля ворота МЮ, покера Вулверхэмптону, ну или крутой игры с Мадридом в первом полуфинале Лиги Чемпионов. Такое запоминается надолго. Над ними атакующего полузащитника исполнит Лионель Месси. Да, в первой половине года он еще проходил адаптацию в ПСЖ, поэтому набрал жалкие для себя, но крутые для любого другого игрока 16 баллов по гол плюс пас.
Зато потом мы увидели прежнего Лео. Началось все с крутой игры с Италией в финалиссиме. Продолжилось крутым стартом сезона с ПСЖ. С 26 результативными действиями. А завершилось гениальным выступлением на чемпионате мира с голами в каждом матче плей-офф. Званием лучшего игрока турнира и закрытием главного футбольного гештальта. Теперь мы увидим человека на поле только в середине января. Ну, что сказать, заслужил отдых Лео Месси. Далее фланговые атакующие игроки. Как хотите, но я не могу обойти стороной отличный год Кристоферу Нкунку. Его разместим справа. Человек, выступая в Лейпциге, стал игроком прошлого сезона в Бундеслиге, опередив Левандовского. В этом сезоне после провала на старте и увольнения Тедеско выдал супер отрезок с 11 голами в 12 матчах. Благодаря чему РБ поднялся с низов таблицы на третье место и вышел из группы в Лиге чемпионов, нанеся в том числе и первое поражение в сезоне мадридскому Реалу. Все мы ждали его перформанса на Мундиале, но этому помешало первое серьезное повреждение Кристофера в этом году. Очень не вовремя. В любом случае, аплодируем французу за космический год и будем ждать, что он покажет в Челси, к которому присоединится в ближайшие годы. Слева сыграет еще одна жертва травмы прямо перед катарским форумом – Садио Мане. Как-то быстро все подзабыли, что именно он привел Сенегал к победе на Кубке Африканских наций, сделав 3+2 по голу плюс пас, что Садио забил в обоих полуфиналах Лиги чемпионов с Вильярреалом, в АПЛ оформляя важные мячи в ворота МЮ и Ман-Сити, и перейдя в Баварию, даже с появлением супер-шупу-мотинга и кучи собственных отмененных голов, Мане все равно забил 11 мячей во всех турнирах и отдал 4 ассиста. Так что по итогу его вторая строчка в голосовании за золотой мяч и место в нашем старте абсолютно заслуженное. А если бы не травма, то, думаю, и на Мундиале Мане бы точно зажег. Ведь Сенегалу в 1/8 с Англии очень не хватило именно его умения реализовывать на них. Ну и пара нападающих. Здесь все предсказуемо. Встречайте двух французов. Первый – Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в прошлом сезоне и лидирует в этом. Плюс сейчас занимает первую строчку в списке голеадоров Лиги чемпионов. И недавно закончил чемпионат мира в качестве лучшего снайпера, повторив достижение зубастика Роналду с 8 голами за турнир. И показав в финале, что сыграть против него достойно могут многие. Хоть 80 минут матча, но когда француз очень захочет, он забьет кому угодно. В общем, Мбаппе – это, конечно, монстр. Причем он один из главных ньюсмейкеров еще и вне поля. Его неожиданное продление контракта с ПСЖ и отказ Реалу точно войдет в историю футбола. И замыкает наш топ-11 еще один прогульщик чемпионата мира Карим Бензема. Бесспорный обладатель золотого мяча. Герой уникального сезона Реала в Лиге чемпионов. Герой всех переворотов и камбэков с ПСЖ, Челси и Ман-Сити. Лучший бомбардир Лиги чемпионов, Ла Лиги и, конечно же, лучший игрок этих турниров. И, возможно, одна из причин того, что Франция не выиграла чемпионат мира. Или, наоборот, причина того, что Ле Блё добрались до решающего матча. Поди разберись, вот такая загадочная фигура этот гениальный Карим. Схема у нас получилась сверхнеобычная, 3-3-4. Думаю, это не страшно, учитывая, что мы с вами просто собираем такой фэнтези-состав и не претендуем на какую-то тактическую адекватность. Ну и не спешите поливать меня грязью за выбор сквада. Здесь вас еще ждет список запасных от Саши и наши номинации на лучших футболистов года. Ну и давайте выберем тренера года. Здесь будут два очевидных кандидата, которые привели свои команды к главным трофеям в футболе. Победитель Лиги чемпионов Ла Лиги, обладатель суперкубков Испании и Европы Карло Анчелотти и человек, взявший финалиссиму и кубок мира Лионель Скалони. Голосуйте за своего фаворита в нашей теме. Ну а перед заменами посмотрим на афишу главных матчей первой недели января в рубрике «От Фонбет». В АПЛ пройдет интересная встреча между командами из верхней части таблицы – Арсеналом и Ньюкаслом. В среду в Серии А сыграют друг с другом Интер и Наполи. В четверг английская премьер-лига порадует супервывески Челси против Ман-Сити. На выходных вернется Ла Лига, где Вильярреал примет мадридский Реал, а Атлетико – Барселону. И еще в воскресенье состоится матч Милана и Ром. Вот такая насыщенная неделька нас с вами ожидает. Ну а сделать свой прогноз на эти матчи вы сможете на сайте в приложении наших партнеров из Фонбет. Напомню, что регистрация с нашим промокодом «Мяч» принесет вам еще и 2000 фрибетов. Подробности по ссылочке внизу. Ну а теперь слушаем Сашу. Всем привет! Ну что, моя пятерка топов, которым не нашлось места в числе 11 лучших. Начнем с Серлинга Холланда. Он, конечно, достоин основы, но из-за сумасшедшей конкуренции в нашей атаке и смазанной травмой первой половины года норвежец оказался на скамейке. Зато этот сезон Эрлинг проводит просто на уровне лучшего игрока мира. 26 голов в 20 матчах за Сити. Рекордный старт в истории АПЛ. 3 хет-трика в 3 домашних матчах подряд. А парень точно перешел в лучшую лигу мира к тренеру Дику со сложной системой игры. Ну и вот вам еще один вау-факт об этом монстре. Никто не забивал больше Холланда в 100 первых матчах в топ-5 лигах.
Наравне с Мбаппе, норвежец абсолютно точно главный игрок мира на ближайшие 10-15 лет. Хотя с этим может поспорить следующий человек на нашей скамейке – Винисиус. Возможно, главный прогресс последних полутора сезонов. Ну а конкретно в этом календарном году бразилец помог взять Реалу Элче. В 5 из 7 матчей плей-офф он отличался результативными действиями. И Ла Лигу – 12 баллов у него в последних 14 турах. В этом сезоне Вини продолжил штамповать голы и ассисты, а еще и не подкачал на Мундиале. В отсутствие Неймара именно он стал главной звездой команды. Брал на себя игру и создавал моменты. Трудно поверить, что еще пару лет назад этот парень был объектом насмешек и не попадал в створ с 5 метров. Сейчас Винисиус – гений креатива и источник опасности в матче с любым соперником. Третий, очень неожиданно, Оливье Жиру. Но не торопитесь возмущаться в комментариях, позвольте аргументировать. Начнем с самого простого – статистики. Учитывая, что француз не часто играет полные матчи, посмотрим на цифры в пересчете на 90 минут. И тут мы видим суперпоказатель в 0,84 результативных действия. А учитывая, что человеку 36 лет – это вообще вау. Но куда важнее ценность голов и ассистов Оливье. В первой половине года его мячи Интеру, Роме и Наполи помогли Милану в чемпионской гонке не растерять очки и взять долгожданное скудетто. В этом сезоне ветеран устроил перформанс в решающем матче за выход из группы с Зальцбургом, обеспечив команде место в плей-офф Алче впервые за 9 лет. В серии А Жиру также хорош. Ну и, наконец, на главном турнире четырехлетия в отсутствии Бензема Оливье не подвел. Забил 4 гола и исполнил важную тактическую роль. Остались вопросы? Четвертый, еще один супер-ветеран – Лука Модрич. В прошлом сезоне один из лучших игроков команды победителя Лиги Чемпионов и Ла Лиги. Тогда, в свои 36, хорват играл от звонка до звонка почти в каждом матче. Продвигал мяч, пахал в обороне и раздавал ассисты. Его тривелла на Родриго в 1/4 с Челси – хайлайт в историю футбола, не то что Лиги Чемпионов. В этом сезоне Лука продолжает выходить в старте чуть ли не в каждой игре и делать разницу на поле. А еще помогает команде голами. У хорвата уже 5 мячей. Неплохо для игрока его амплуа. Ну и на чемпионате мира Модрич вместе со своей сборной восхитил всех, дойдя до полуфинала и взяв бронзу турнира. Гений. И замкнет нашу пятерку парень, который претендует на звание главного полузащитника нового поколения – Джуд Беллингем. Широкой публике он, конечно, стал известен благодаря шикарному выступлению на Мундиале. Например, вошел в символическую сборную турнира по версии Who Scored. Но те, кто смотрит футбол не два раза в год, и до этого знали, насколько хорош англичанин. Джуд – супер-универсал, представитель современной формации полузащитников. Может и обвести, и отдать, и отобрать, и забить. В прошлом сезоне лучший в Бундеслиге по заработанным фолам и четвертый по заблокированным ударам. В этом снова номер один по собранным нарушениям, второй по продвигающим пасам и отборам. Кроме того, у парня 12 баллов по гол плюс пас в 22 матчах во всех турнирах. Я же говорю, умеет на поле все. В какие-то 19 лет он является лидером Боруссии Дортмунд и мозгом сборной Англии. Неудивительно, что за Джуда сейчас борются почти все топы. Ближе всех Реал и Ливерпуль. А торги на него начинаются от суммы в 120 миллионов евро. Еще в список запасных мы рассматривали кандидатуры Левандовского, Леао, Мусиалы, Вальверде, Салаха и других, но для всех места, как вы понимаете, просто не хватит. Вас попрошу выбрать лучшего из наших суперсабов в голосовании в телеграме Match Production. Что ж, в этом году мы пробили 1 миллион подписчиков, и я думаю, теперь имеем полное право вручить свою премию. Если вам зайдут наши номинации, то к следующему году мы изготовим вот такую реальную статуэтку лучшим игрокам года от Match Production. Ну а пока давайте оглашать номинантов. И я начну с премии «Стена». Эти парни никому не дают прохода к своим воротам. И здесь у нас Уильян Салиба, Каземиро и Бремер. Теперь моя очередь. Номинация «Теневой лидер». Эти парни находятся в своих командах в тени более раскрученных и ярких игроков, но являются важнейшей причиной успеха. И здесь Виктор Асимхен, Никола Барелла и Йозуа Кимих. Премия «Ветеран» — игроки, которые показывают топ-уровень после 35 лет, то есть 36 и старше. Здесь у нас Оливье Жиру, Тиаго Силва и Лука Модрич. А я оглашу номинацию «Будущее». Здесь самые перспективные парни до 20 лет, которые уже тащат свои команды. Тут Гави, Джуд Беллингем и Джамал Мусиала. Самая яркая номинация – гол-машина. Тут представлены Эрлинг Холланд, Килиан Мбаппе, ну и Роберт Левандовский. Номинация «Все ради команды». Эти парни готовы играть на любой позиции, выходить из зоны комфорта ради результата всей команды. Здесь Харри Кейн, Антуан Гризман и Феде Вальверде. Моя любимая по названию номинация «Жога Бонита». Игроки, которые не боятся финтить и играть смело и ярко. Здесь Неймар,
Винисиус и Хвича Кварацхелия. Восьмая номинация – мозг. Эти ребята управляют игрой своих команд, будто играют в PlayStation и смотрят на поле с верхней камеры паука. Тут Кевин Де Брюйне, Лука Модрич и Бруно Фернандеш. Лука Модрич уже в двух. Номинация «Суперфланг». Парни, которые и впереди создают еще один фронт атак, и сзади успевают. Претенденты – Тео Эрнандес, Ашраф Хакими и Жуау Канселу. Ну и последняя, главная номинация – «Год года». Абсолютно лучший игрок по всем показателям в 2022 календарном году. Оглашайте. Ну, здесь, разумеется, Лионель Месси, конечно же, Карим Бензема, ну и, само собой, Килиан Мбаппе. Голосуйте по выбранным номинациям в нашем Телеграме. И победившим игрокам мы отправим сообщение в соцсетях, что они лучшие, по мнению зрителей, Мяч Продакшн. По-моему, это солидно. Пишите внизу, какие еще вы хотели бы видеть номинации. И на самые интересные из предложенных вами мы тоже проведем голосование. На этот раз у меня в телеге. Всех еще раз с Новым годом, друзья! Мы вас очень любим и стараемся делать контент, который вы просите. Главное на Мяч Продакшн – это подписчики. Спасибо, что были с нами в 2022 и обещаем, будем стараться делать только лучше в 2023. Спасибо за все ваши комментарии, лайки, обвинения меня в проклинании ваших любимых команд, ну и, конечно же, за просмотры. Мы это очень ценим. Не забудьте подписаться, если этого еще не сделали, ну и заглядывайте почаще в наши телеграммы «Васан». Уделал даже Дрейка в 2022-м. Балан. Ну и Саня, которому не повезло быть фанатом Челси, и Криштиану в 2022-м. Журавлев. Пока. Пока, ребят.